А перед просмотром данного видео обязательно подпишитесь на канал, нажав вот эту кнопочку подписаться. У меня на канале выходят постоянно интересные ролики про Доту 2, а также несколько анонимных есть, которые называются «Прикольные челики» и «Funny Moments» в Доте. Не пропускайте каждое видео, подписывайтесь. А теперь давайте приступим к просмотру самого видео. И всем привет, с вами просто Бонд. И сегодня в Dota 2 вышла новая сокровищница The Winter 2017 Resure 2. И давайте же посмотрим, что там внутри у нас за сеты. Итак, сокровищница открывается, но мы уже с вами видим уже сет на Silencer, на Lifestealer, Underlord, Лину и других ребят. Ну а самый топ у нас на Дизраптора и на Снайпера, крайне редкий. Так, ну давайте просмотрим по порядку. Первый сет у нас на Сайленсера. Ну, довольно неплохой сетик такой, красивый щит. Ну, в общем, ничего особенного. Так, следующий у нас на Лайфстиллера. Ну, где-то, похоже, я уже видел. У меня даже вроде где-то есть такой. Так, следующий сет у нас на Андерлорда. Ну, согласитесь, выглядит довольно-таки прикольно. Так, классно. На Лину. Ну, на Лину есть множество сетов получше, конечно, но такой средний. Так, следующий сет у нас на Баншу. Ну, довольно такой неплохой, но где-то там, похоже, я уже видел. Ну, на Брудмазера тоже сет как бы такой не очень. Ну, за него довольно редко такие играют. Интересно. Вот на Батрайдера мне сет понравился. На Батрайдера вообще классный такой. Довольно хороший. Кто любит Батрайдера, поиграть за него, то сет обалденный. Так, следующий сет у нас на Котла. Ну, конечно, согласитесь, красивый сет. Осталось научиться за него только играть. Так, вот на Снайпера сет обалденный. Я прям его захотел. Пушка так светится классно. Там, скорее всего, изменены визуальные эффекты. Ну, сетик на Снайпера классный. Согласитесь. Ну, и, конечно же, на Дизраптора это что-то вообще такое зверское. Какое-то у него животное такое, какой-то там в руке посох там или что-то. Или меч, то, ну, в общем, смотрится обалденно, конечно. Но он крайне редкий, и шанс попадения его, конечно, там минимальный. Интересно, сколько он будет стоить вообще, как бы, в Стиме. Ну что ж, ребята, мы с вами рассмотрели сегодня вторую сокровищницу. Стези пока новой еще нету, но она, я думаю, обязательно в скором времени появится. Ну что ж, с вами был просто Бонд. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, ребята, советую всем вытащить вот этот сет. Он очень красивый, мне очень понравился. Ну и на снайпера тоже классно. Так что крутите сокровищницы, выигрывайте самые топовые сеты. Ну и, конечно же, смотрите мои другие видео на моем канале. Всем пока-пока. Brilliant.